22 марта 2014 год, Харьков. Я хочу вам напомнить, почему вы здесь собрались 22-23 на 23 число. Здесь произошли очень серьезные события. И человек, который стоит со мной, это именно он позвал народ на восстание. Он дал команду. Харьков хотят поставить на колени. Тысяча молодчиков, которые здесь обсуждала, что делать с Лениным, просто его свалить или отбить его голову, ребята еще молчали. Но когда они начали крушить домики, которые были поставлены для гуляния всего города Харькова, для праздника Масленицы, когда они начали крушить автомобили, по Харькову пошел сигнал, Харьков хотят поставить на колени. Приехали ребята, таксисты. Вы понимаете, мы первые рядом на востоке, который действительно показал, что мы способны защищаться. Мы способны не дать возможность творить то, что творили при нас там, на Западе. Сваливать памятники. Своє життя. Мої батьки, діди розмовляли цією мовою. Я вчився в українській школі. Але зараз мені стидно за те, що я ще знаю, що слово українець стало синонімом слову фашист, бандеровець, зрадник. До чого ми дожились, що ці всі люди, які стоять тут, чому не прийшли з вами, ваші друзі, сім'ї, люди, які можуть захистити це місто. Пойміть правильно, від того, що нас так мало, нас побідіть легше. І ребята ще будуть гинути, ще будуть страдати. Я знаю, что на меня сейчас смотрит глазок снайпера, я его не боюсь. Я и мертвый буду бороться, и он меня и мертвого будет бояться. Я не боюсь и не буду бояться. Будет еще такое, как Нарымовский. Пойдем на автоматы на их, пойдем на пули. Пускай мы погибнем, но мы своими жизнями докажем, что нельзя так жить. Нужно защищаться, нужно собираться. Я очень прошу, я обращаюсь, передайте всем. Вот там стоят ребята, которые это услышат. Пускай передадут своим сослуживцам, работники милиции, солдаты, сержанты, офицеры нашей украинской армии. Обращаемся к вам, людям, которые уже держат оружие в руках, которых действительно оскорбили. Они задержали этих уродов, этих бандитов, а их отпустили. Понятно, что как им теперь не пустить? Так вот берите в руки свое оружие, которое у вас. Выполняйте свой долг. Защищайте вот этих людей. Защищайте Украину.
Подобалось? Они, когда мы их арестовывали, они говорили, мы совершенно подходим. Мы арестовываем второй Сталинград. Плохо историю знаю. Со Сталинграда началась наша победа. А теперь она начнется с Харькова. И от вас зависит, будет она или нет. Мы готовы на любые пытки, на любые унижения, на любые обманы. Мы это все перейдем, переборем. А можно посмотреть у вас за референдум это говорит? Поймите правильно, от нас сейчас зависит. Можно? Это, ой, извините. Благодарю. Да, спасибо, благодарю. Так, чтобы было видно. Ветер нам не помогает. Референдум об экономической федерализации и самоопределение Харькова. В общем, сейчас разберемся.